Молодежь Прибайкалья против пожаров. Под таким лозунгом в Ангарске прошла масштабная акция, которую организовало Главное управление МЧС России по Иркутской области. Таким образом, спасатели пытаются привлечь внимание молодежи к профилактике пожаров и осторожному отношению с огнем, а также рассказать о том, как правильно действовать в чрезвычайных ситуациях. Школьники, студенты, пожарные, спасатели. Сегодня все они заодно. Цель акции «Молодежь против пожаров» – обратить внимание на ту ситуацию, которая складывается сейчас в лесах Иркутской области. Зачастую это доказано в процессе расследования. В большинстве лесных пожаров виноваты люди. Без утомительных лекций в игровой форме сотрудники МЧС рассказывают о том, что сейчас важно знать каждому. Цель данной акции – показать населению, показать детям, которые сегодня задействованы для проведения данного мероприятия, напомнить о соблюдении требований правил пожарной безопасности как в лесу, так и на территории городского округа. От теории к практике. Участники акции смогли наглядно увидеть машины и технику, с помощью которой спасатели ведут борьбу с бушующими в регионе пожарами. Ребята примерили на себя спецодежду, ликвидировали возгорание и вернули к жизни пострадавшего. В общем, приобщились к будням сотрудников МЧС. Ну, в первую очередь проводит, конечно, это наша пожарная служба города Ангарская. Ну, приключены различные добровольные организации, ВДПО, школа безопасности, Союзный студенческий корпус спасателей. Может быть, ребята, посмотря на это все, выберут службу в будущем на благо Родины. Молодежь Прибайкалья против пожаров. Эту акцию спасатели проводят ежегодно в пожароопасный сезон. На этот раз действия развернулись на трех крупных площадках города. Поучаствовать смогло более 250 человек. Наталья Хмелева, Олег Левченко. Местное время.